В Центральной библиотеке имени Есенина играют и поют в рамках развлекательной программы «Мастер Ёж». Весь июнь, 5 дней в неделю для школьников проходят увлекательные занятия бесплатно и без предварительной записи. На одном из таких занятий побывала наша съемочная группа. Первым делом измерить температуру и проверить наличие масок. Мера обязательная. Затем можно на занятия. Каждый день педагоги придумывают новые развлечения – игры, поделки, рисунки. Сегодня рисование нетрадиционным способом, с помощью подручных средств, можно сказать. Вот такие летние одуванчики с помощью акриловой краски на черном картоне. Каждое утро в мастерскую приходят порядка 10 детей с целью научиться чему-то новому. Все мастер-классы проходят в игровой форме. Девиз библиотеки – развлекая, развивать. Все отлично. Просыпаюсь, завтракаю и сразу сюда. Мне больше всего нравится, вот когда мы поем, играем и делаем поделки разные. Музыка – обязательная часть игрового дня. Одна из любимых песен ребят – гимн, посвященный летней программе «Мастер Ёж». Слова и мелодию сочинили сами сотрудники библиотеки. Мастер Ёж, мастер Ёж, да чего ж ты хорош, все умеешь, лепишь, клеишь, вырезаешь, вяжешь, ёж. Участие в мастерской бесплатное и не требует предварительной записи. Сюда приходят ребята от 6 до 14 лет. Как правило, все живут по соседству. Помимо игр и песен, программа «Мастер Ёж» включает прочтение книг. В библиотеке Есенина большой выбор литературы. Спектр широкий. Дети читают. В течение нескольких занятий была прочитана сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Громкие чтения, обсуждения, потом... Весь июнь мастерская ждет своих юных посетителей. Занятия проводятся со среды по воскресенье с 11 до 14 часов в Центральной библиотеке имени Сергея Есенина городского округа Люберцы. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.